Красноярске стартовал чемпионат России по дзюдо. Последний раз такие соревнования проходили у нас 13 лет назад. В столицу края приехали около 700 спортсменов. От нашего региона выступят 35 борцов. Поединки на татами будут продолжаться 4 дня. По итогам чемпионата определят не только сильнейших дзюдоистов и лучшую команду, но и будет принято решение, кто войдет в сборную России. Предварительные поединки во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина проходили в течение дня, а вечером состоялась торжественная церемония открытия. Ее посетили именитые спортсмены, министр спорта края Сергей Алексеев и губернатор Виктор Толоконский. Это большое событие, это демонстрация большого труда и мастерства, это видение, выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это большой спортивный праздник. Красноярцы рады принять чемпионат России в своем городе. От имени Федерации дзюдо России я поздравляю вас с открытием чемпионата России по дзюдо в Красноярске. Я хочу выразить признательность и благодарность команде губернатора Красноярского края, команде президента Федерации дзюдо Красноярского края за гостеприимство, за блестящую подготовку и организацию наших соревнований.